Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями Заволжского МСО регионального следственного комитета продолжают розыск причастных к убийству 25-летнего мужчины, труп которого обнаружен в подвале жилого дома по ремесленному проезду города Твери. О пропаже мужчины в полицию заявила его мать. Это было с пятницы на субботу, 23 октября. С тех пор следователи и сыщики разыскивали пропавшего человека. И вот обнаружили его тело. Труп лежал в подвале и прикрыт фанерой, так что заметить его было сложно. В ванной комнате дома, где парень жил вместе с матерью, найдена окровавленная куртка пропавшего. Орудием убийства, по всей видимости, стал нож. Человеку перерезали горло. По данным следствия, в день убийства молодой человек употреблял спиртное. Там был притон. Сколько раз милиция приезжала, разгоняли их. На месте работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Заволжского межрайонного следственного отдела, оперативников уголовного розыска и следователей-криминалистов. О ходе расследования уголовного дела и мотивах убийства мы сообщим в следующих выпусках патрульной службы. 1 ноября 155-летний юбилей со дня образования отмечает Институт судебных приставов России. За прошедшие десятилетия Федеральной службой судебных приставов внесен весомый вклад в соблюдение законности и правопорядка, укрепление гарантий защиты интересов граждан и юридических лиц. В 2020 году сотрудники службы получили новый статус и правовую защищенность. Результаты служебной деятельности судебных приставов в этом же 2020 году впечатляют. С начала года ими взыскано с должников более 4 миллиардов рублей. Из них более миллиарда фискальных платежей. Кроме того, судебные приставы региона пополнили бюджет на 229 миллионов рублей за счет взыскания исполнительского сбора. В пользу несовершеннолетних детей за 9 месяцев взыскано свыше 186 миллионов рублей алиментов. Также, благодаря работе сотрудников органов принудительного исполнения, граждане получили более 47 миллионов рублей задолженности по заработной плате. Уважаемые коллеги, ветераны службы, от имени коллектива Управления Федеральной службы судебных приставов и от себя лично поздравляю с Днем судебного пристава и со 155-й годовщиной создания Института службы судебных приставов. Претворяя в жизнь принципы неотвратимости наказания и торжества справедливости, судебный пристав должен сохранять у жителей Тверской земли веру в закон. Конечно же, особые слова благодарности нашим ветеранам, которые, как всегда, оказывают неоценимую помощь молодым сотрудникам. Я убеждена, что благодаря их компетентности, профессионализму и неравнодушию институт наставничества в своем развитии выйдет на новый уровень. А лучшие традиции, заложенные предшествующими поколениями, будут только приумножаться. В этот знаменательный день примите пожелание успеха в благородном деле служения Отечеству. Спасибо, дорогие коллеги, за вашу компетентность, терпение, понимание и личную ответственность. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира вам и вашим семьям. С праздником!